В июле 16-го появляется официальная информация о создании в Ульяновской области межрегионального центра компетенций. Учреждение займется подготовкой кадров, которые необходимы в авиационной отрасли специальностей. За год до этого регион становится одним из победителей конкурсного отбора от Министерства образования и науки России по открытию на базе МЦК на своей территории и выбирая среди всех прочих самое сложное направление. По стране аналогичные центры, но уже по другим сферам работают всего в 7 субъектах. Комплексное открытие МЦК официально состоялось за несколько дней до выборов. Межрегиональный центр компетенций функции свои выполняет уже на протяжении 2 лет, потому что проект по созданию МЦК был рассчитан на 2 года. Наш межрегиональный центр компетенций работает в области транспорта и логистики. Соответственно, в первую очередь были созданы у нас тренировочные полигоны в области транспорта и логистики, которые охватывают 3 направления. Авиационные направления – легковые и грузовые автомобили, а также эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники. Первоочередно тренировочные полигоны создавали и оснащали под чемпионат WorldSkills. Движение в стране развивается стремительно. Ульяновским студентам необходимо постоянно готовиться к соревнованиям. Кроме всего прочего, у нас не за горами 19-й год. В 2019 году в Казани будет проходить международный чемпионат WorldSkills. И, понятно, по срокам оставалось очень мало времени для того, чтобы наших чемпионов, международных чемпионов, очень хорошо подготовить. Кстати, о чемпионах. В мае 18-го проходили очередные соревнования, участвовало в которых 150 человек из 69 регионов страны. Уже после самых выдающихся принимали в Южно-Сахалинске на финальном этапе. Ульяновская сборная вернулась с рекордным результатом. Из 6 студентов 3 стали призерами, 1 отмечен медалью за профессионализм. Я обучаюсь в Ульяновском фармацевтическом колледже на отделении лабораторная диагностика. И на 4-м курсе выпала такая возможность поучаствовать в региональном чемпионате WorldSkills, где я заняла 1-е место. Далее я прошла отборочные соревнования и по результатам отборочных соревнований попала в финал, то есть в Южно-Сахалинск. 8 соперников из разных регионов России соревновались по лабораторным исследованиям: биохимия, микробиология, гигиена и гистология. Сегодня в авиационном колледже обучаются около 1500 студентов по специальностям МЦК 650. Центр компетенций готовит не только региональную сборную, на базу приезжают и команды из других городов. На долгожданное официальное открытие уже целого комплекса прибыла замминистра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина. К вопросу о профессиональных пробах. Вот где это попробовать? Или руками попробовать, или познакомиться со специалистами, которые работают в индустрии, и от них услышать, какие актуальные задачи, например, сегодня стоят. Конечно, для этого должны быть такие площадки, на которых вот эти самые профпробы можно делать. На создание МЦК всего за 2 последних года выделили более 600 миллионов рублей, из которых 400 – средства региональной казны. Центр компетенции называют прототипом колледжа будущего. Анжела Забашта, Леонид Скоморохов, репортер 73.